ищем. У вас именно такой? Да. Неожиданный вопрос. Мужественный, чтобы он был защитник и смог защитить женщину, девушку, девочку в первую очередь. Каким должен быть мужчина? Я абсолютно солидарна. А разве нет своего мнения? Почему? Мужественный, сильный, также защищать. Это самые такие лучшие качества, я думаю. Справедливым, сильным, любящим. Ну, это, согласитесь, общие слова. Да, общие. А идеального рецепта еще никто не изобрел. А какой должен быть мужчина? Порядочный. Мужчина должен быть с достатком. Вот в такой шапке. Вот. Потому что шапка дорогая, вот. Талантливым. Ну и с бородой. Да. Ну, у каждого, наверное, свое понимание. Ну, это, мне кажется, женщине нужно спрашивать, каким должен быть мужчина. Каким должен быть мужчина? Во-первых, мужчина, нет, настоящий мужчина, должен быть вежливый, должен быть общительный. Вот для меня самое главное, чтобы он был общительный, потому что я тоже очень общительная девушка. Если мужчина будет общительным, мне будет с ним комфортно. Потом он должен быть заботливый, щедрый. Ну вот, ну все, наверное. Нет, на самом деле очень много качеств, но я не могу все перечислить сейчас. Щедрый. Добрый. Ну и симпатичный. А, very good, very good. Так каким должен быть мужчина? Сильным, ответственным, решительным, уверенным. Вы так перечисляете, как будто вспоминаете, у вас был такой мужчина? Было нечто похожее, но не все качества в сильном, развитом, ну, таком. А вы верите, что бывают идеальные мужчины? Нет. Ну, каким должен быть мужчина? Ну, я не знаю, даже порядочным каким-то.